когда умрет биткоин и как это произойдет. Но я хочу сегодня порассуждать на эту тему. Сразу могу сказать, что это чисто мой взгляд. Он может быть неординарный. Я приглашаю вас к спору, поэтому пишите, согласны вы или нет, свои соображения. Ну, а сейчас я высказываю исключительно свои, сугубо личные, понятия. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. У нас существуют традиционно валюты, обычные деньги, так называемый фиат, сейчас их называют. Это деньги, которые мы привыкли видеть, они могут быть как в наличном виде, так и в безналичном. Наличные деньги мы можем, наличные это бумажки, как правило, и монетки, то есть мы используем для расчетов. Кроме того, для расчетов используются в основном это межбанковские расчеты, то есть крупные предприятия, бюджеты. Это все через банк. И есть еще карточки, всякие Visa, MasterCard, вы знаете. Ну вот такого типа карточки, они, значит, используются, всеми буквально. И это системы платежные Visa и MasterCard. Они немножечко другие, чем банк. Но, в принципе, они уже нам привычны. И эти валюты, прежде всего, это доллар США, конечно же. Потому что, это основная валюта сейчас мировая считается. На втором месте, наверное, сейчас евро стоит. Там потом британский фунт есть, японская иена, турецкая лира. Мы немножечко остановимся сегодня, рубль, и китайский юань тоже заметную роль играет. Главное это доллар, и мы можем из любой валюты в любую, через доллар переходить. И эти валюты существуют давно, и все это вместе составляет совершенно полную структуру, и эта полная структура, она как бы накрыта колпаком, медным тазом, потому что эмиссия этих валют осуществляется центробанками соответствующих стран, и соответствующие страны, они управляют этим процессом, то есть они печатают эти деньги в зависимости от того, сколько надо соответствующей стране, они следят за инфляцией и так далее. Контроль. Смотрите, контроль за всеми этими операциями, в общем-то, полный. Потому что, смотрите, если это банк, то все платежки, они видны сейчас, то есть все контролируется. Если это карточки Visa и MasterCard, аналогичным образом все абсолютно контролируется под контролем. И если это наличка, то кругом чек надо получать, кругом кассовый чек. То есть, если это между предприятиями, то накладная счет-фактура, опять же, чек, кассовый чек. То есть, здесь полный контроль. Для чего он сделан? Для того, чтобы все контролировать. И в этих деньгах, в самых обычных, мы получаем зарплату. А чтобы зарплату платить, мы должны продать товары, опять же, за наличные деньги. Или не за наличные, в смысле, за обычные деньги, за фиатные. То есть, и мы продаем товар, там предприятие продает свою продукцию, люди продают услуги, все это за обычные фиатные деньги. И бюджет верстается исключительно в обычных деньгах, правильно? И налоги мы платим тоже в обычных деньгах. Так как налоги платить мало кто хочет, поэтому нужен полный контроль, для чего он и сделан. То есть, создана такая глобальная система, которая полностью контролируется государством, полностью под контролем, считаются налоги и так далее, есть соответствующие органы. И возникает у нас система криптовалют. Это вроде бы как деньги, то есть они могут играть функцию денег. Биткоин, главная криптовалюта, там еще их много-много-много, там всякий эфир, Ripple, доги какие-то, то есть очень-очень много сейчас криптовалют, вы знаете, недавно совсем они возникли.
Чем они отличаются? А тем, что эмиссия у них децентрализованная, то есть это цифровые деньги, которые, значит, по какому-то алгоритму там эмитируются через систему майнинга, но все это не подконтрольно центробанкам. И, ну, в частности, биткоин, например, заявлено, что, значит, там биткоин, ну, как-то вот он генерируется, майнится, потом, значит, через какое-то время, когда будет намайнено столько-то монет, то, значит, берут и говорят, что происходит там халвинг, так называемый, то есть в два раза меньше монет дают, в два раза сложнее их становится намайнить. Потом, значит, через какой-то определенный промежуток, ну, это чистая математика, теорема Каши, грубо говоря. Вот, то есть их число будет строго ограничено, и поэтому никто их не может имитировать, ну, кроме, ну, так сказать, они децентрализованно имитируются. Контроль. Смотрите, все расчеты внутри вот этой системы осуществляются по методу, значит, ну, по каким-то алгоритмам, через систему блокчейн, грубо говоря. Они никак не контролируются центробанками. Ни эмиссия, ни расчеты. И в чем здесь кайф? Смотрите, самое главное достоинство – децентрализация, то есть у них вот строго определенное количество, то есть их больше, чем есть, не будет никогда, там защита полная и никакого контроля, то есть, ну, то есть там все строго, на самом деле, все операции, то есть там не подделаешь, полная защита, но с другой стороны, отсутствие полного контроля со стороны государств. И биткоинами можно расплачиваться, невзирая на границы, невзирая ни на какие там условности. Мы знаем, что биткоинами можно расплачиваться, и расплачиваться можно, ну, бесконтрольно. Поэтому эта система идеально подходит для всякого рода криминальных расчетов. Ну, скажем, для продажи, по-простому так, ну, уход от налогов прежде всего. Ну, для простых граждан. Во-вторых, значит, криминал всякий. Пожалуйста, через биткоин. Все хорошо. Никто ничего не найдет. И это здорово. Наркотики продаются через биткоины. Взятки даются через биткоины. Поэтому вообще все великолепно. Заводишь криптокошелек и все. И никто его не контролирует, никто твои операции не выдаст. Вот что хорошо. И при этом есть еще крупные такие сделки, там торговля оружием какая-то вот нелегальная такая. Понимаете, то есть финансирование терроризма через биткоин. Межгосударственные расходы какие-то тайные, такие вот ЦРУшные какие-то, тоже через биткоин никто ничего не видит, все великолепно. И вот чем хороши биткоины, вот чем хороши криптовалюты. И то есть, вот смотрите, я сделал специально этот квадратик серым, потому что это серая область мировой экономики. И она за счет этого держится, потому что на них есть спрос, пока на них будет спрос, пока будет криминал, пока будут взятки, пока будут наркотики, пока будут уходы от налогов и так далее. То есть это все будет, скорее всего, процветать до тех пор, пока вот все это будет, ну, как-то сохраняться. Но каким образом мы можем обменять деньги, обычные, фиатные, на криптовалюту? Потому что если бы не было этого механизма, то не имело бы смысла иметь криптовалюты. Согласитесь, да? То есть, смотрите, мы можем завести какие-то деньги, и биткоин растет, у нас растет все. Но мы, когда заводим деньги сюда, то мы заводим их посредством, ну, скажем, у меня есть счет на бирже Binance, это крупнейшая криптовалютная биржа Binance, и
Там есть возможность его пополнять, ну, скажем, с карточки своей. Или я могу продать какие-то услуги свои, например, биржу для чайников. Пожалуйста, я ее совершенно спокойно могу продать. Кстати, я действительно ее могу действительно совершенно спокойно продать. Если кому-то надо купить ее за какую-то криптовалюту, мне абсолютно безразлично, какая это будет криптовалюта, лишь бы она торговалась на бирже Binance. Вот. И эквивалент $100. И все, то есть не проблема, я тут же их конвертирую в этот самый USDT, то есть там есть альткоины, у меня все это лежит в альткоинах, и могу вывести совершенно спокойно, то есть смотрите, и могу вывести совершенно спокойно посредством визы или MasterCard, ну, не в доллары, то есть я вывожу-то доллары на самом деле, но вывожу сразу доллары и вот сюда вот хопа и в рубли, и все. И они падают мне на карточку. Вот такая история. И также точно я могу через эту же биржу, крупнейшую криптовалютную биржу Binance, завести туда деньги. То есть я беру, пополнить счет и через визу или MasterCard я могу туда завести, в принципе, любую сумму платежом, то есть с карточки снялись, и все, и они туда ушли. Вот, и все хорошо, но посмотрите, это есть две абсолютно независимые как бы системы, есть фиатные деньги, есть криптовалютные деньги, и между ними вот они вот, тоненькая такая пуповина, связь. И пока вот эта связь работает, все будет работать, все будет хорошо, все будет хорошо. Но вся проблема в том, что, смотрите, есть бюджет, есть налоги. Да, конечно, государством и государственным чиновникам нужны какие-то системы расчетов через типа криптовалюты, то есть для проведения каких-то секретных операций, для проведения каких-то незаконных операций, так сказать, там как бы торговли наркотиками, я не знаю, так сказать, ну там самолетами наркотики перевозят, ну как вы считаете? Это все идет, эти расчеты, но расчеты идут вот до тех пор, пока есть заинтересованность в вот этих штуках. И когда, а это когда-то обязательно возникнет, возникнут проблемы с бюджетом, возникнут проблемы с налогами. Сейчас вы знаете, что деньги очень сильно эмитируются. То есть большая эмиссия, печатаются деньги в долларах, печатаются деньги в евро, не отстают англичане. Ну, в общем, все потихонечку печатают деньги, потому что сейчас кризис, и печатаются деньги, и они, значит, раздаются просто, деньги с вертолета сбрасываются. И эти деньги куда идут? За счет этих денег растет фондовый рынок. Фондовый рынок за счет этих денег растет непрерывно, и вроде бы все хорошо, но деньги-то просто ниоткуда берутся, они печатаются, и они должны запустить инфляцию. А инфляция, ну, она очень полезная штука, инфляция, когда она, ну, в небольшом размере, когда она контролируется, но когда инфляция перерастает в гиперинфляцию, то центробанки начнут неминуемо повышать свои ставки для того, чтобы ограничить инфляцию. И когда это начнется, а денег много, огромный навес, то, в общем-то, возникнет ситуация как-то санировать эти деньги. То есть их надо вывести из экономики, то есть кто-то должен потерять. И кто-то должен потерять очень много денег. Очень много денег кто-то должен потерять. То есть, смотрите, есть фондовый пузырь, который раздут необычайно, и есть криптовалюты, которые абсолютно не подконтрольны центробанкам. И все, что надо для того, чтобы криптовалютный вообще вот рынок грохнулся, это мое личное мнение, смотрите, перерезать вот эту ниточку, Visa и MasterCard. И все. Binance. Биржа есть. И
у биржи есть, естественно, какой-то, ну, там, счет, я не знаю, как это идет, но там этот IP-адрес просто блокируется, все платежи, которые идут туда, значит, прижимают их к стенке и говорят: ребята, либо вы даете нам полностью отчет по всем транзакциям, которые существуют, которые через вас идут, потому что нам не нравится, и нам не нравится, что идет все мимо бюджета, ну, либо мы это запрещаем. И никуда они не денутся, криптовалюты. То есть, смотрите, вы завели деньги, ну, все хорошо, или там вы получили криптовалюту, у вас там много денег на валютном кошельке, но все это под контролем. И если у вас какие-то левые операции, если у вас какие-то, значит, там, наркотики или еще что-то, то вот оно, пожалуйста, оно становится внезапно становится не только текущие, но и предыдущие платежи, они внезапно становятся, ну, может быть, сначала по запросу, становятся открытыми. И все. И вы скажете: а как же межгосударственные платежи и так какие-то темные штуки? Вы знаете, ну, с государством всегда очень-очень сложно тягаться. И государство, поверьте мне, уже давно создана такая система расчетов, секретная, межгосударственная, что между разными центробанками есть свои секретные линии, ну, с разными странами, кто заинтересован. И они строго контролируются, конечно же, соответствующим государством, но они строго засекречены. То есть у государства, в принципе, необходимости в поддержке криптовалют нет. Просто, если чисто, мы считаем государство. То есть где-то государству надо поддержать каких-то повстанцев и, так сказать, ну, там, проплатить какое-то левое оружие. Это государство сможет сделать. А вот если кто-то частник, кто-то преступник, то тут уже будет как бы наложена лапа. Вот, это первое. Второе. Вот эту вот ниточку очень легко обрезать, потому что как только вы получаете деньги, зачем они на криптовалюте? Вот, вы не сможете купить за криптовалюту машину, потому что для этого машина должна вот здесь, вот в легальной области, она просто вот была машина, да, у кого-то, а потом раз, она исчезла. Но она исчезнуть может быть только по договору купли-продажи или по списанию. Если там какая-то левая штука, это опять же криминал, если не левая, то никуда не денешься, а нужно показывать легальную продажу. Вот так. А чтобы показать легальную продажу, расчет должен быть обычными фиатными деньгами. То есть, если у вас большая сумма на криптовалюте, вы должны вывести ее как-то вот сюда. А просто сделают так, что любое поступление, скажем, с биржи Binance или там с криптовалютного кошелька будет подлежать, ну, 13% обложению подоходного налога. Вы увидите сразу, что тут же криптовалюты станут менее привлекательными, тут же они начнут сдуваться, ну, как минимум на 13%. Это может породить, ну, значит, ну, как бы уже интереса-то нет, в общем-то. И расчетов уже таких не будет, и комиссий таких не будет за вот эти взаиморасчеты. Ну, и что? Ну, у вас будет там, ну, миллион, так сказать, ну, 2 миллиона. Ну, все это, во-первых, под контролем, а во-вторых, заплати-ка, дорогой, налог на доходы, а потом выводи, и пожалуйста. И тогда уже теряется смысл, теряется разница между вот этими обычными фиатными деньгами и криптовалютами. И поэтому я могу сказать, что криптовалюты, ну, будут всегда, но они будут всегда неизбежно, что уход от налогов и вот это вот всякое криминальные платежи, что это невозможно восстановить, вот этого точно не будет. И просто когда, ну, однажды государством надоест вот это вот дело, когда уход от налогов
станет уже достаточно ощутимым, во-первых, во-вторых, пузырь, почему бы его не сдуть, и сдуть за счет кого? За счет криптовалют. Это вот идеальный, идеальный инструмент для того, чтобы санировать излишние деньги, которые есть в экономике, для того, чтобы сбить волну инфляции. Вот такое мое мнение, такое, такие мои рассуждения. Если вы не согласны, пишите, давайте поспорим, потому что, ну, вот я считаю так. Но что я могу сказать, что пока, вот когда это произойдет, ну, когда вот пузырь инфляции начнет раздуваться, а уже недавно. Я не зря здесь турецкую лиру ставил, потому что, смотрите, Эрдоган ведет, ну, такую немножечко интересную политику, и турецкая лира в последние годы валилась только так. Понимаете, то есть там поток туристов падает и так далее, турецкая лира падает, и, соответственно, там инфляция совершенно дикая была, и глава Центробанка там начинает поднимать ставку, главу Центробанка Эрдоган по жопе, значит, выгоняет, значит, другого назначает, но и другой начинает поднимать ставку, еще одного и так далее, и так далее. То есть все вот это вот нестабильность турецкой лиры к чему привела? К тому, что турки начали активно в биткоин вкладываться, в криптовалюты. Точно так же в Венесуэле, значит, вы знаете, там инфляция под 800%, все тоже вкладываются в криптовалюты. И вот недавно Эрдоган берет и говорит: запрещаю любые расчеты в криптовалютах. Турция. Посмотрите, малюсенькая страна, по сравнению, то есть как бы объем турецкой лиры, ну не такой большой, ребята. То есть это не такая маленькая страна, вот видите, она сравнима с рублевой зоной. Но, тем не менее, Турция запретила расчеты криптовалютами на своей территории. И это привело к падению биткоина сразу там на 5%. И, значит, такой упал, потом, значит, отжался, где-то остановился, думаю, чуть-чуть такое, ну, Турция-то, ну, турки-то могут, в общем-то, и за границу съездить, там, рассчитаться, вот, а потом вернуться, ну, как бы, типа, заработал и так далее, то есть там появились какие-то механизмы, но это Турция, это очень маленький ручеек, да, а если этим, как бы, озаботиться США, посмотрите, что будет с криптовалютами? Ну, сдуются они. Это вот мое личное мнение. Вот. Ну, то есть блокчейны будут, контроль тоже будет. Как только возникнет контроль, то все произойдет. Когда он возникнет, когда пузырь надуется и когда надо будет санировать вот эти деньги. Вот такое мое мнение. Ну, если вы не согласны, напишите. Если согласны, напишите. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. И оставайтесь на моем канале. До встречи. С вами был Демитков Юрий.